И немного о спорте. В Тамбове состоялся чемпионат России среди ветеранов по настольному теннису. Кроме нашего региона, в соревнованиях принимали участие представители от Белгорода до Ямало-Ненецкого автономного округа. Тверская команда привезла домой 4 серебра и бронзу в командном зачете. Спортсменам старшей возрастной категории удалось добиться результата благодаря усиленной работе и желанию популяризировать настольный теннис в регионе среди детей и молодежи. И своим примером показать, что в любом возрасте можно быть первым. По словам президента Федерации настольного тенниса Тверской области Виктора Бурина, дети занимаются сейчас на бесплатной основе при поддержке сильных тренеров из областного центра. Задача, конечно, подтянуть самых маленьких. У нас уже занимаются и 6, и 7, и 8-летние детишки. Прогресс есть, уже 2 человека у нас, 14 лет, уже выступают на России, в десятке России.